преддверии столетия творческого объединения «Унавис» мы рады представлять непосредственно в этом известном, всемирно известном здании, с которым связана деятельность Витебского народного художественного училища, коллекцию работ Давида Егерсона из Витебского областного краеведческого музея. Это часть коллекции, 56 работ, но она отражает самый яркий, самый известный период в истории художественной жизни Витебска. 18-й, 19-й, 20-й год. Работы, связанные с декоративным, с оформлением первой годовщины Октябрьской революции, очень экспрессивные, яркие работы, послужившие основой для плакатов, и супрематические работы, связанные уже с деятельностью «Унависа», работы, напоминающие роботов, человекоподобные фигуры, уникальные для Витебска работы. Надеюсь, что это будет очень интересно для посетителей, и они смогут окунуться в тот мир, который связан с теми знаменитыми событиями, заслужившими название Витебского Ренессанса начала 20 века. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.